вашему бойцу под именем Джон Браун. Объясню сейчас, в чем проблема, в чем дело. Там уже делайте там, разговаривайте с ним, делайте что хотите. При мне, при нас ведет дело. То есть у него есть подозрение, что в гелике сидит один из секторов. Ваш Джон Браун стоит прямо напротив гелика. Слова кадета. Выйдите, пожалуйста, из машины. Не по федералке. Извините, разбитый маленький ребенок. Маленький ребенок сидит и передразнивает кадета. То есть мешает работе полиции. На что в следующий раз, серьезно, в трехмерном наказании он будет сидеть в тюрьме. Вот только потому, что он вообще себе позволяет, будучи в таком статусе вашей группировки, вообще себя вести так. Есть у кого-нибудь там видеоматериал, чтобы мне было чем прикрепить этот выговор? Секунду. Видеоматериал, в принципе. Сейчас могу посмотреть. Сейчас вызвать сюда Джон Брауна, вот на мужика. У меня есть видео, да. Если он на мужика, вот он сможет ответить, то что типа, ну, он действительно. Дергайте его на полный. Вызовем. Джон, подъедь на пол. Есть видео доказательства. Джон, на пол подъедь. Что мы знаем за прошлое этого человека, не знаю, как он оказался у вас, может, кореш чей-то, но это начнет бесить, и это уже не остановится. Какой Джон должен подъехать? Отношение ко многим группировки, вашей группировки хорошие, особенно к видеосту, я знакомился. Тут такие вот рядовые, не знаю, какое звание, какой ранг он у вас занимает, но это всю картину портит, чтобы вы понимали. Просто вести себя как маленький ребенок, серьезно, это настолько отвратно. Мои шмотки, я тебе вообще сказал, что подъехать. Начинает бесить, когда себя так ведет. Ну сейчас, если он долбоеба включит, значит, исключим. Хорошо, мне надо подъехать. Я надеюсь на это, что вам не проблема. Думаю, что вам такие нужны вообще в группировке. Тебе серьезно, в такой степени он вам нахуй не нужен. Это он сейчас, когда здесь минут 10-15, да, был? Или на аэро провоцировал такси? Мы приехали на рынок. Да, сидел напротив гелика и вел себя так. Мы ему задачи никаких не даете, что он просто свободно там стоит там и позволяет вообще себе так... Еще обсуждать его бесконечно можно. Короче, он подъезжает где-то здесь уже под стенами. Я приму. Это пиздец, Рома. Еще по поводу монаха сейчас разговор, скорее всего, будет, да. Здорово. Расскажи, зачем мешаешь работе кадета? Каким? Ну вот, тут совсем недавно у тебя была ситуация. Напротив гелика ты стоял. Смешно, да? Против гелика? Да, не смешно сейчас. Что? Я не мешал, я разговаривал. С кем ты разговаривал? У меня он сидел этот, как его зовут? Поедем, ой, блядь, я бы даже серьезно разговаривал с этим человеком. Да. Ладно, Джон, короче. Даже больше. Давай технику. Мы не можем тебя оставить. Давай Свен и секторов. Смотрите, а чего тоже за Кадиллак разговаривать, да, и объяснил бы, типа, в чем у тебя была ситуация. Блядь, какая разница, а ты, блядь, приезжаешь, включаешь дурачка, ну как бы. Блядь, просто рофлил, пиздец, что в этом такого, ебать?
Сороки, серьезно, такие вообще из группировки. Я вот клянусь, сколько людей встречал из Спарты, все, блядь, вот джамики и так далее, блядь, Алан. Настолько, блядь, приятно с людьми общаться, вот ты какой-то, ты какая-то амеба, знаешь, ты какая-то жидкая личность вообще, которая, которая вот, ну, как по мне, ты недостойна кто, вообще в Спарте. Кто говорит? Ну, кто это говорит? С него, важно, блядь. Ну, ты не важно. Ко мне обращаешься, ты представься. Я не обращаюсь, я говорю, я тоже сейчас описываю. Короче, все, пиздёшь, ребят, так, давайте закрыли тему. Джон, езжай на базу, продай технику, ну, короче, чтобы деньги ты не потерял никакие. Вот. Давай, удачи. Все, извините, парни, мы надеемся, больше не повторится. Я серьезно, вы не пожалеете о своем выборе, что вы сделали именно такой туда, выбор. Понятно. Кому сказал, Серёг? Поехали. Блять, поймай его. Машину останови. Останови, говорю, машину. Не, я не слышу, просто. Научится машин закрывать, нет? Поэтому тебе вертолет чуть не угнали. По машинах ты кому-то? Я так смотрю, сколько раз там выдать все. Доклад, кадет, слышишь? Дома прописать. Оскорбление при исполнении сотрудника полиции, первое. Не, второе, не подчинение. Ну, не подчинение. Ты еще сверху накиньте. Ну, мешал работе полиции. Так скажем. Все, пока дед, он ваш. Дальше сами разбирайтесь. Тихо, дед. Ладно, еще нет. Нету пока. Розыски. Да нет. В ФСГ, который был, человек, да? Есть? А, Джон Браун. Спасибо. Вот. Как вы, блядь, парни, решаемо, как бы. Долбоёбы везде встречаются, сами знаете. Понимаем.
внимание, второе, ты сделал правильный выбор, как бы ты сам себе видел. Не говори, я не обвиняю никого. Почему-то это надо вот туда везти, потому что у нас сок хороший. Скорее всего, на этот самый, на тюрьму.